add to the flow, make it clap, make it boom. Dolly, drop it down low. Dolly, drop it down low. Так, ну что, всем привет. Вчера я рассказывал, что пробую приделать ручку к Ронину. Сегодня я вроде бы собрал комплект вертикальный, но он и для горизонтальной съемки подойдет. Чуть там придется подвинуть монитор. В общем, выглядит это примерно вот так. Это вот ручка боковая, чтобы раз брать удобно было здесь мониторчик. Теперь должно быть поудобнее. Когда вот так теперь буду этим всем работать, будет жестче связка. Ну и плюс монитор намного, скажем так, приятнее будет в большой экран смотреть и видеть, что там получается. Осталось только провода немножко как-то здесь закрепить, чтобы они не болтались. Но это уже дело техники. Так, ну а мы сейчас собираемся на съемочку. Едем опять делать контент для... Для кого-то мы едем делать контент. Сейчас опять надо собрать свет, камеры, стабилизаторы и выдвигаться. Да что, вы не едете, я не понимаю. Никого нету. Так, ну что, отсняли мы, в общем, контентик. Снимали сегодня лазерные процедуры какие-то. Я немножко был напряжен, потому что полно случаев, когда сгорают матрицы. Надеюсь, прошло все хорошо. Сейчас дома посмотрю, как там поживает моя матрица. Все ли с ней хорошо. Блять, хули ты стоишь? Ёб вашу мать, как вы, блядь, ездите вообще? Почему он тут задний стекло придирает? А тут как будто не закончили, да? Как будто еще хотели что-то сделать. Сосик, да? Да. Ну туда вон, видишь, заезжают. Приехал на автомойку, приехали мы на автомойку автоматическую, и тут никого нету, ну в плане инструктора, который подскажет, как это правильно сделать. Вот такую вот дали мне, типа, карточку. А сколько стоит, господи? 7.30 она стоит. Вот, но я не понял, как туда заехать. Он что-то мне сказал, типа, заезжаешь, останавливаешься, выходишь, вставляешь карточку. А в этот момент, когда я выйду, она не включится, потому что сейчас машину моют, а там кто-то сидит. Интересно. Непонятно. Так, значит, выхожу, вставляю и типа... А, ну по идее должен был выйти, как он так сделал-то? Может быть, ты должен сейчас вставить и подъехать? Да нет, вон написано, ты подходишь, сначала все вставляешь, а потом... А если ты сейчас вот так вставишь, сядешь и поедешь дальше? Нет. Ну вот, смотри, первый, значит, беру карточку, складываю зеркала, подъезжаю, останавливаюсь.
Когда будет стоп, значит, ставлю ручник, выхожу из машины. Ну да, по идее, кто-то хочешь оставайся, хочешь выходи. Нет, тут жарко будет, наверное. Хорошо. Так, значит, нужно вставить карточку. А, здесь карточка стоит какая. Все, типа. А, и все, уже поехало. Ну, так-то вроде неплохо. Да. А это потому что внутри. Святой отец рядом, не ругайся. А из чего? Они можем потрогать? Они резиновые? Да. А я думала, они из ткани. Нет. Типа это микрофибра. С тобою. И на без любви. А я про все на свете. С тобою забываю, а я любовь, как в море, бросаюсь головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане. Я, как всегда, свежачок пою. И все твои печали.